Андрей Зыков. А вот это. Кем доказана смена зубов? Хочу стоматологам показать. И Андрей ему сказал, что да, доказано стоматологом. Так. Андрей, эти, по-моему, там очень много роликов. Да, про новые зубы. Там очень много роликов в Ютубе уже про новые зубы. И там прям с доказательствами, там прям как раз говорится, как, что происходит в нашем организме на генетическом уровне, когда идет эта смена зубов. Поэтому там очень все доступно. Найдите, это действительно есть. И в Зуме зимой, по-моему, тоже я вела эфир. И мне женщина не из России, она сказала, я начала недавно практиковать сухие дни. И я стоматолог, и говорит, у меня есть доказательства, так как я стоматолог, у меня есть доказательства, что действительно третья смена зубов, она существует. И, по-моему, если где-то покупать, я не помню какой-то эфир, но он точно есть на Автополстаре, и точно есть вот эта вот женщина, которая вот это раз озвучивала. Это то, что касаемо зубов.